времени суток. На связи Фримонт. Сегодня я играю на полигоне Дукалис. Игра называется «Ирония судьбы» или «Спасение души». Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Ну, это давно повелось, понимаете. А я уже не первый год, накануне Нового года, играю в Сикибин на полигоне Дукалис. В этот раз организаторы подготовили особый антураж, и все игроки должны играть в халатах. Сегодня будет по-настоящему адская баня, и нас ждет очень потная катка. К сожалению, народу на игру набралось не очень много. Играем мы сегодня классический сценарий, это с удержанием кнопки, который называется, собственно, чекпоинт. Побеждает та команда, которая дольше будет удерживать точку захвата при активированной кнопке своего цвета. А сегодня на этом все. Ставь лайк, если видео тебе понравилось. Подписывайся на мой канал, чтобы увидеть новые видео. Включай уведомления, чтобы ничего не забывать. Вот такой был каналчик про страйкбол. До свидания, ребята. Всем счастья, успехов в новом году.